Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Вітаю, Олександре Ігоровичу. Розкажіть, будь ласка, якими видами спорту займалися у дитинстві? В дитинстві я займався одним видом спорту – це плавання. Я почав займатися, по-моєму, з 10 років. Помню, меня бабушка на каникулах отвела в бассейн просто поплавать. Но потом тренер меня заметил, и уже пошли более серьезные занятия плаванием. Это группа начальной подготовки. И в дальнейшем пошло наше развитие плавания в моей жизни. То есть вы знакомы со спортом с первых лет жизни? Да. А кто был вашим первым тренером? Моим первым тренером была Маньковская Алла Михайловна. Это мой первый тренер по плаванию, но он мой единственный тренер по плаванию. Честно говоря, я очень благодарен моему тренеру, потому что, в принципе, и само плавание как вид спорта, и тренер, то есть, воспитал во мне характер, то есть, этот стержень. И, то есть, ну, спорт формирует личность, и с этим я согласен. Я во многом благодарен ей в жизни, и то, что вот, чего я достиг, тоже можно сказать, это благодарность ей. А какие достижения вам удалось здобути в улюбленном виде спорта? И сколько років вы взагалі займалися? По плаванию у меня кандидат мастера спорта, выполнил, то есть по брасу 50 брас и 100 брас, это мои были дистанции и мои направления. Занимался я где-то до третьего курса Института физкультуры и спорта, а потом я с четвертого курса уже тренировал в этом же бассейне, где я тренировался, группу начальной подготовки. И потом же мне мой тренер отдал группу, учебно-тренировочную группу третьего года обучения, и я более пришел на высший уровень. А який це басейн, до речі? Это был бассейн, к сожалению, был, да, это был бассейн ДЗМО, Дніпотяжмаш. Он был маленький, но очень уютный бассейн, то есть мы там тренировались. К сожалению, он сейчас закрыт. Это бассейн относился к заводу Дніпотяжмаш, ДЗМО. А яка там ДСШ базувалася? Дніпотяжмаш, була ДСШ Дніпотяжмаш, вона була в підчиненні ФСТ Україна. Помните, у нас было 4 общества ФСТ. Вот этот бассейн был в подчинении этого ФСТ Украина. И там было отделение бадминтона и отделение плавания. Таке запитання. Вот заняття спортом не заважали навчанню у школі? І взагалі, ну, які у вас були оцінки, як ви навчалися? Ну, дуже багато ж часу, да, на тренування виходило. Согласен. Вот у нас тренировки были понедельник, среда, пятница, это на 6 утра. И каждый день вечером на 3:30 вечера. То есть утром час и 1,5 часа вечером. Каждый день тренировки. И еще субботы. В принципе, я совмещал нормально с учебой. Мне многие учителя шли на встречу. Возможно, там у нас тогда были, ставились нулевые уроки. Возможно, я на них, то есть, опаздывал или не ходил, но мы так как бы договаривались. И был я ударником. По некоторым предметам гуманитарным, то есть вот, биология, русская литература, история. То есть у меня были очень хорошие оценки. Что касается точных наук, как бы у меня, то есть на то время это было 8-9 баллов, ну, то есть в таком направлении. Я совмещал и нормально и спорт, и учебу, поэтому проблем у меня с учебой не было, и все хорошо было. От цікаво, як відбувався ваш шлях від спортсмена до функціонера. От я вже почув, що поступово так ви тренували теж у дитячо-юнацькій спортивній школі. А далі як ваш шлях продовжувався? Я, чесно говоря, взагалі планував, коли я вчився в Інституті фізкультури, я планував остатися на кафедрі олімпійського професіонального спорту і піти в аспірантуру і остатися в інституті. Ну, меня потом, когда еще возглавлял начальный, был спортивный комитет, может быть, помните, Зубенко Анатолий, Дмитрий Анатольевич, да, то есть он меня пригласил в управление, то есть я
с ним пообщался, как бы, и мне было интересно то, что было предложено им, что в тот момент я был на секторе организации мероприятий, и поэтому это, вот, как бы и повлияло на мой выбор в сторону управления спорта местного института. Поэтому я с удовольствием выбрал этот вариант и не прогадал. И, как бы, я ему очень благодарен в этом направлении. Одразу сподобалося займатися організаційним процесом, організацією спортивних заходів у місті. Що саме сподобалося? Да, понимаете, это у меня как бы, я вот с 18 лет я ездил вожатым изначально в детские спортивные лагеря, то есть у меня очень хорошо было с организацией мероприятий и спортивных мероприятий, и что касается общелагерских мероприятий, с идеями, с какими-то новыми проектами. Поэтому мне, в принципе, это было легко в это вникнуть и всегда как бы старался привнести какие-то новые проекты, идеи в спорт. Какие головні функции, задачи управления спорту департаменту гуманитарной политики Дніпровської міської ради, на вашу думку? Я вот в управлении разделяю 5, у нас очень много направлений, но самое главное из них 5 направлений. Первое направление, я считаю, это ДЮСШ. У нас в городе 27 спортивных школ, из них 9 – это специализированных спортивных школ Олимпийского резерва. Второе направление – это коммунальные предприятия спортивного профиля, у нас в городе их 7. Одно из самых масштабных, я хочу отметить, это водно-спортивный комбинат, на котором проводится, поскольку город на Днепре, более 27 соревнований в год проходят на водно-спортивном комбинате. Это все украинского уровня и областного уровня. Также это взаимодействие с федерациями. У нас 60 федераций, с которыми у нас есть договор. Это олимпийские, это 33 олимпийские, 27 неолимпийских видов спорта. Поэтому это одно из главных направлений сотрудничества и взаимодействия с федерациями про проведение чемпионата города и соревнований в всеукраинском международном уровне. Четвертое направление – это спортивная инфраструктура города. И одно из самых главных направлений, пятое – это организация городских турниров, чемпионатов официальных и поддержка федераций, которые проводят в городе всеукраинские международные турниры. У нас уже есть огромный опыт при помощи, конечно, служб городского совета проводить и чемпионаты Европы, и Кубки Европы, и всеукраинские соревнования, и международные соревнования. И в этом году, я думаю, мы об этом поговорим, будут проходить тоже соревнования масштабного уровня. А кожен з прихильників спорту полюбляє свій вид спорту. А є у вас пріоритетні види спорту, управління спорту? Ні, пріоритетних ми как бы стараємося. Є рейтинг виду спорту і по олімпійським, і неолімпійським виду спорту. Ми стараємося по рейтингу, тобто ті види спорту, які дають максимальне кількість очков міста, області, їх підтримувати. І, в принципі, як так, такого ми не виділяємо одиничні види спорту. Є, звісно, масштабні, це такі, як легка атлетика, футбол, плавання і багато інших видів спорту ми підтримуємо, може бути, немного більше. Є види спорту менш популярні, але підтримуємо ми практично всі види спорту і з ними співпрацюємо. И все ж таки, какие больше приоритетные, олимпийские або неолимпийские виды спорта? Ну, конечно, приоритетным больше олимпийские виды спорта, так как, в принципе, они дают максимальное количество очков в копилку и города. И также представляют наш город на Олимпийских играх, которые будут в этом году. Но не менее неважно, это не олимпийский вид спорта, особенно много видов единоборств. В этом году был большой прорыв черлидинга, который вошел в первый, на первое место рейтинга, которые также поддерживают, и мы их поддерживаем, и дают максимальное количество очков городу. Поэтому мы стараемся сотрудничать и с олимпийскими, и с неолимпийскими видами спорта, которые хоть хотят, развивают и что-то пытаются изменить нового в спорте, и которые предлагают новые ивенты
спортивной жизни города. Как управление спорту співпрацює с федераціями? И вот задоволені ви роботою федерації? Які федерації можете відзначити? Як ви взагалі працюєте в федерації? У нас 60 федерацій, з которыми у нас є договори о сотрудничестве. Это 33 олимпийские, 27 неолимпийских видов спорта. Город помогает им в проведении городских чемпионатов. Это судейство, это питание спортсменов на соревнованиях всеукраинского уровня, подготовка спортсменов к соревнованиям областного всеукраинского уровня, это учебные тренировочные сборы, и также техническое обеспечение соревнований и городских мероприятий городского уровня и всеукраинского уровня. То есть это, что касается служб нашего городского совета, то есть это полностью коммунальные службы, это медицина, это охрана громадского порядка и так далее. То есть у нас вот такое взаимодействие с федерациями, смотря какое уровень соревнования, поэтому думаю, у нас с ними хорошее сотрудничество, поэтому в этом направлении и мы стараемся им помогать во всех их запросах, и смотря, еще раз хочу повториться, смотря какой уровень соревнования проходит у нас в Днепре. Кожна федерація, тобто, намагається максимально розвивати свій вид спорту, так? Да. У нас в Дніпрі, як ви сказали, 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Основною метою діяльності ДУСШ є залучення, по-перше, підлітків і молоді, дітей до системних занять фізичною культурою та спортом. Потім уже підготовка спортивного резерву до збірних команд міста, області, України. От як вважаєте, справляються спортивні школи зі своїм завданням? Чи справляються? Да, я считаю, справляются, даже и очень хорошо справляются. У нас в спортивных школах занимается более 12,5 тысяч детей. И только за прошлый год было нашими спортивными школами на соревнованиях всеукраинского уровня завоевано более 1800 медалей разного уровня. Также я хочу отметить, что и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, и на международных соревнованиях также у нас были более 100 медалей, были заняты на этих соревнованиях. И это хороший результат. У нас 267 спортсменов входят в состав сборной команды Украины. Конечно же, для США приоритетность – это популяризация массового спорта. Это, что я перечислил, те, которые ходят в резерв, это уже резервный спорт. То есть это, можно сказать, идет отбор, и из 100 человек, допустим, в каждом виде спорта уже на стадию и группы спортивного совершенства, выше спортивного мастерства доходят единицы. Поэтому для США, как с массовостью и привлечением к занятиям физкультурой и спортом в данном избранном виде спорта, когда пришел ребенок, они справляются в полной мере. Это видно и по результатам, и по массовости. И, в принципе, сейчас, вообще, как бы спорт на данном этапе – это модно, это популярно. И мы видим это даже по мероприятиям, которые мы проводим, масштабные уровни, те же марафоны, триатлоны, забеги. Поэтому ДЮСШ в полной мере справляются, и каждый ДЮСШ, каждый вид спорта не менее популярен, и в него идут дети. Единицы, конечно, но опять же, это идут в резервный спорт и спорт высших достижений, поэтому результаты у нас в ДЮСШ очень хорошие. Сама система ДЮСШ взагалі нам дісталася ще з часів Радянського Союзу. Там зараз такі ведуться розмови, що треба щось змінювати, але все ж таки щось таке, ну, краще з тієї системи все ж таки є. І от взагалі, як ви вважаєте, ну, систему ДЮСШ потрібно і надалі, ну, залишати, розвивати, або, ну, якось, якщо змінювати, то змінювати, ну, детально продумываючи каждый крок. Конечно, то есть я думаю, изменения в ДЮСШ нужны, но перед этим должны быть учтены все
То есть все направления. Это и детско-юношеские спортивные школы, это и федерации, и коммунальные предприятия, и наши физкультурные диспансеры, и училища, и институты физкультуры. То есть все направления, которые связаны со спортом, они должны учтены и выслушаны, и быть каждого, и донесено мнение каждого направления до изменения в реорганизации спорта. Мы к этому придем, то есть реорганизация будет, и я считаю, это неплохо, это правильное направление, но опять же я хочу повториться, чтобы были услышаны все направления, которые развивают спорт у нас в городе. В Дніпрі існує багато приватних спортивних клубів. Як ви вважаєте, повинна бути здорова конкуренція? Ви, до речі, підтримуєте приватні спортивні клуби? Чому б ні? Це, правильно ви сказали, це конкуренція. І це, ну, не є плохо в тому ж футболі. У нас, крім дітських і спортивних шкіл, з футбольним направленням, есть много футбольных клубов, которые также участвуют в чемпионате города, и они составляют довольно-таки хорошую конкуренцию нашим городским спортсменам. И это правильно, когда, мне кажется, когда в одном направлении будет сужен профиль, то есть и, грубо говоря, школа будет соревноваться между собой, может быть, и результаты будут не такого уровня, как хотелось бы. Поэтому я только за здоровую конкуренцию и за развитие клубов с физкультурным направлением в городе. Дякую. У межах програми «Дніпро – спортивна столиця» у нашому місті проходять багато спортивних стартів. Які заходи вже стали спортивною візиткою нашого міста? У нас багато мероприятий стало. Ну, одне з них, мабуть, многие из них – это триатлон, это детская триатлонная лига. Это просто кубок. Мы уже второй год подряд проводим кубок Европы по триатлону. В этом году будет чемпионат Европы по триатлону. Это вообще сам Днепро Триатлон Фест, что касается двухдневный фестиваль триатлона на фестивальном причале. И с каждым годом больше участников, больше стран, больше зрителей. Это как бы один из таких масштабных ивентов нашего города. Также хочу отметить наш марафон. Уже в этом году он будет юбилейный, можно сказать, пятый. Проходить с каждым годом все больше участников. Если в первом марафоне принимало участников около 900 человек, то в последнем более 4500 человек. Это всеукраинское соревнование. Вот в прошлом году было чемпионат Европы по водным лыжам. Также водные лыжи, можно сказать, у нас не только спортивная столица, но и водно-лыжная столица. Это у нас практически, даже не практически, а сборная команда Украины. Это воспитанники нашей детской и юношеской спортивной школы по водно-лыжному спорту и вейкбордингу, которые завоевывают на международной только практически только все призовые места. И вот в прошлом году было третье место на чемпионате мира по водным лыжам. А еще бадминтон, Украине, джуниор, международные змагання. А вдається вам відвідувати ігрові види спорту? От, до речі, футбол, баскетбол, які збирають найбільшу аудиторію глядачів. Вболіваєте за БК Дніпро, СК Дніпро-1? Конечно, но, к сожалению, в последнее время в связи с ограничением времени мне не получается посещать матчи. Поэтому наблюдаю только уже в онлайн-режиме, можно сказать, и слежу за их спортивной деятельностью и их, как говорится, направлением, особенно баскетбольный клуб «Днепр». Поэтому матчи уже давно не посещал в связи с ограничением времени. А особисто от вистачає часу займатися спортом, потренуватися? Да, два раза в неделю у нас обязательно, это среда, суббота, среда вечер после работы, суббота утро, мы занимаемся футболом, то есть мы собираемся там, друзьями, можно сказать, практически многие из них, с которыми я раньше тренировался по плаванию, у нас футбол, и мне очень нравится это направление. У нас всегда проходят яро матчи, и как бы это не только просто
физкультура – это, понимаете, это как бы развитие, это поддержка себя в форме, это и на эмоциональном уровне ты немного расслабляешься. Поэтому я очень как бы хорошо отношусь к футболу и стараюсь поддерживать себя в форме. Иногда, может быть, бывает, в зависимости от времени, бассейн «Метеор», плаваю, вот даже возможно, если как бы приведу себя, приведу в форме, которая примерно была там еще студенческие годы, выступить на соревнованиях «Мастерс», который у нас будет по плаванию проходить, и, может быть, в чемпионате города. До речі, підтримка форми вам надає можливість участі, от ви брали участь безпосередньо у легкоатлетичному марафоні, так? І у змаганнях Дніпро Swim Race, які вперше відбулися у 2019-му, ти заплив через річку Дніпро, там дистанції 3 кілометри, 1,5 кілометри. І, до речі, мабуть, це вам дає можливість не тільки от зі сторони побачити, як організовані змагання, безпосередньо зсередини, так, як учасник. Так, звісно. Тобто, взагалі, Дніпро Swim Race – це новий івент, був новий проєкт, предложений «Стар Дніпро», і вместе з ним був організований. Очень классный проект, он проходил в рамках лиги плавания, собрало довольно-таки, на первый раз это было около 300 человек участников, поэтому я считаю, это очень классный проект, что касается плавания и такого нового ивента «Заплыв через Днепр». Мне он понравился, я плыл 1,5 километра, поэтому это, в этом есть, конечно, ты когда принимаешь участие непосредственно в дистанции. До речи, важко на открытии воде? Да, очень сильное течение. Еще был июль месяц, и вода уже, вы знаете, наш Днепр, вода уже цвела, поэтому, ну, конечно, тяжело справляться с более с течением, поэтому есть свои нюанси по цьому направленню. Зараз у дніпрян поки що 4 олімпійські ліцензії. Ярослава Могучиха, Анна Рижикова, Михайло Кохан – легка атлетика, Денис Кисіль – плавання. Хто може з наших спортсменів ще здобути перепустку на участь в Олімпійських іграх у Токіо? Ну, розраховуємо на Богдана Нікіша на фехтування, Кожанкову Анастасія, веслування академічне, Довгодько Іван, академічна гребля, також Говоров Андрей – плавание, возможно, Рядванский – это пятиборье. То есть, я думаю, будем стараться и смотреть, наблюдать за этими спортсменами. Будем вболевать за наших спортсменов. Ваши побажання тренерам и спортсменам нашего міста? Конечно же, терпение и больших побед во всем и во всем направлениям. Особенно их ученикам, их спортсменам побед. І ваші побажання дітям, які от тільки розпочинають свій шлях у спорті? Не зупинятися ніколи на досягнутому, тільки рухатися вперед. І якщо вони вже вибрали спорт, вони на правильному напрямку. Дякую за те, що завітали на програму. Дякую за щирі відповіді. Дякую. І наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.